В этом видео я решил превратиться в лису для того, чтобы затроллить свою подругу. Ну и самое главное, она меня не будет слышать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы начинаем. Всем привет, меня зовут Скрэйч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, ребят, сегодня я перевоплотился в лисичку. Ну не просто так. Если что, есть кое-какой ютубер, ее зовут Лина. И в общем, я ее позвал на наш ютуберский сервер для того, чтобы она здесь обживалась, все дела. Но она не знает, что я лисичка, и поэтому сегодня мы ее немножечко затроллим. Я в нашей деревне построил небольшую клетку, стал лисичкой и выдал вот такую вот книгу. Записка о... автор аноним, в которой написано: доставьте лисичку в Эндермир, обещаю хорошее вознаграждение. В общем, посмотрим, как она отреагирует. Ну и поймет ли она, что я это я, или не поймет. Короче, все проверим. Ну и да, кстати, ребят, так как я превратился в моба, Линчик не будет меня слышать. Это будет в разы интереснее. Так, вот и та самая девочка. Это что такое? Здорово. А кто здесь лесу оставил? У меня какая-то книжка в зубах. Опа, сейчас меня выпустят и начнется так. Здорово, здорово. Отдай, отдай. Ай, да за что? Ну, ну, начинай. Так, а что это? И что это? И что это? И что это тут? Доставьте лисичку в Эндермир. Обещаю хорошее вознаграждение. Чего? Вознаграждение? Тебя нужно доставить в Эндермир, значит. Да, ну, даже не знаю, а кто это? Бай, аноним. Аноним какой-то. Хочешь, чтобы я доставила лису в Эндермир? Ну, не знаю даже. Лисичка, конечно, очень милая, но... я тут вроде доставщиком не работаю, ну. Ладно, лисичка, у меня для тебя кое-что есть, держи. О, ягодки, балдёжненько. Ты моё хорошее, ну ладно, блин, она слишком милая. Ладно, лисичка, доставлю тебя в Эндермир. Ну, там говорят, еще вознаграждение какое-то будет. Так, ты сможешь за мной идти? Пойдем, пойдем, лисичка. Так, в Эндермир, я тут только зашла, поэтому мне ничегошеньки нет. Ну, нужно нам с тобой в шахту пойти, да, лисичка? Да. Ты какая хорошая, у меня какая милая. Ну, пойдем, пойдем в шахту. Ну, а ты будешь помогать. Хотя, ладно, господи, ты просто лиса. Ладно, ладно, я сама все справлюсь. Ой! Она в воду упала! Господи, лиса, выныривай, выныривай, лисы не плавают! Выныривай! Плавают нормально все! А хочешь стейки? Нет, стейки лиса не ест. Ну ладно, блин. Нет, так нет, слушай, пойдем искать шахту, что ли. Ты что, и правда знаешь, что я отведу тебя в Эндермир? Ну ты смотри, не надо доверять незнакомцам. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой, молодой человек! Что ты какая? Лиса, ты иди, я его забил! Ты почему? Ты какая хорошая, ты мне помогаешь, что ли? Я не знал, что лисы мои ягодки так делают. Блин, ну держи еще, держи. Забери все мои ягодки, хорошо, что я их пособирал по дороге. Эй, лиса, ты иди! Мини-зомби! И сзади, нет, уходи отсюда, лисичка, я тебя спасу! О, все, мы наконец-то справились с зомби. Вроде бы тут теперь безопасно, правда, ни черта не видно, но нам нужно добыть ресурсы, лисичка. Держи кирку тебе, раз ты такая умная. Нет, так не работает так, или... Чего? Алло, лиса, я пошутила. Каким образом? Ты что, сверхумная лиса, что ли? Ты самая умная лиса в этом Майнкрафте? Тогда кирку верни, что ли? Ну ладно, да, держи кирку. Мне интересно, мне вообще... Просто я, короче, придумал такую тему. Если она меня сможет отвезти в Эндермир, я ей дам кое-какой подарочек, который ей понравится. Так. Блин, надо вроде ресурсы копать. Ну тут такая лисичка милая, какая хорошая, светкая. Ладно, пойдем, все, я справлюсь. Я не буду миловаться каждые 2 секунды. Так, есть что вообще? Пойдем, лиса, будем копаться. Лисичка, иди сюда, это у нас с тобой кузница. Я знаю, что это кузница, господи. Эй, откуда предмет? Ты чё? Ты воруешь предметы мои? Ты что, умная лисичка? Да как ты вообще головой мотаешь? Вы посмотрите, какая одарённая лиса. Так, и надо бы найти тогда нам руинный портал, раз мы должны пройти Майнкрафт. Блин, где обсидиан-то найти в этом мире? Шахту я просто с тобой идти не хочу, ты куда? Куда ты? Куда всё, ты? Алло? Сейчас ее приведем к руинному порталу. 2 hours later. Это что это? Это как раз то, что нам нужно, лиса. Ты молодец, давай 5. Да за что? Больно же. Держи много-много ягодок. Ну, правда, у меня их не так много осталось, но ничего, нам хватит. Все, балдежненько, теперь нужно каким-то образом... Блин, здесь слишком мало обсидиана, но зато есть куча ресурсов. Сейчас ей все отдадим. Тут обсидиан-то было, лиса, ты не перестаешь меня удивлять, ну хорошо. Я тебе еще немножко заплачу за это. Так, обсидиан, ну слушайте, у меня есть немножечко, мне кажется, нам хватит. Так, теперь нужно все это правильно установить. Что ты смотришь, лисичка, тоже хочешь? Давай, давай, ну ладно, раз на то пошло, давай я тоже как-нибудь установлю. Все умеет, это адекватно вообще. Я в этом не уверена, ну ладно. Не каждый день поиграешь с лисой в Майнкрафт, так что в целом нормально, можно жить. Надо как-то ей объяснить, что нужно сломать вот этот блок. Она не понимает, она просто бегает. Почему она просто бегает? Мне нужна какая-то зажигалка или что-то надо сделать, или что-то. Так, это вообще достроено? Что это? Да, ломай, 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 ломай. О, почти сломался, я вижу, давай. 2 hours later. Все, наконец-таки она все сломала, все, портал готов.
Теперь мне нужна зажигалка. Так, у меня есть железный слиточек. Мне, получается, нужен еще кремень. Лисичка, ты можешь принести мне немножечко кремня? Блин, короче, сейчас кое-что сделаем, ребят. Сделаем план Б, чтобы она точно понимала, что нужно делать. А, все будет. Лисичка, ты чего, дебил, можешь прямо как зубами? На, держи хотя бы топор тебе, раз ты такая умная у нас. Сверхгениальная лисичка и умеешь добывать дерево. Как это вообще происходит? Что это вообще такое? Что это? Блин, она собрала все мое дерево. О, нифига, нифига, эта штука поджигает порталы, что? Да, но... Лисичку, ты представляешь, нам даже не нужна зажигалка. Держи за это кучу ягодок. Мы справились, погнали, погнали, заходи. Чтобы первым, вы понимали, я хотел сделать табличку и написать огненный заряд, но она как-то сама додумалась. Опа, ну что, ребята, мы в аду, где она? Вот она. Ух ты, Лили, какая красота. Ты как-то этот портал нашла, может, еще и блейзов найдешь нам, а? Ой, эндермена заодно можно зарубить. Так, а ну-ка сюда, эндермен. Опа, все, у нас теперь есть эндер-жемчуг. Ты, лиса, вперед паровоза, конечно, идешь. Я думала, это я тебя в эндермир несу, это ты меня, оказывается. Ну ладно, в целом. Друзья, нет, я получу. Так, теперь тут надо аккуратненько как-то пройти и куда-то выйти. Я все удивляюсь, как ты ставишь блоки, как ты ломаешь блоки. Ты же просто маленькая милая лисичка. Это мода, наверное, ну, мне просто сказать об этом забыли. Как это вообще работает? Главное, чтобы она не начала догадываться, что это какой-то там троллинг или что-то по типу этого, потому что, мне кажется, она на меня может обидеться, но надеюсь, что нет. О. Эй, лисичка, подожди! Я тебе ягодок дам за то, что меня подождешь. Это реально такое ощущение, будто это ты меня ведешь. Ты слишком умная, лиса, для этого мира. Слишком умная. Уж поумнее меня явно будешь. Пойдем. По факту. Так, все, теперь у нас есть куча ягодок. Ну и отправляемся, значит, к крепости. Она, по логике, должна быть где-то там. Лисичка, ты идешь? Только аккуратно, здесь вокруг везде огонь, а ты маленькая пушистая лиса, так что... Тебя явно может кто-то здесь обидеть. Правда, у меня вообще нет ни кирки, ничего. Ладно, все, закапывайся. Пойдем, моя хорошая, только аккуратно. Сейчас золото, блин. Так, ну что, теперь нам нужно найти, получается, блейзиков. И я чую, они где-то рядом. Правда, я никого не вижу, ищи блейзов. Кто меня бьет? Эй, это ты меня бьешь, что ли? Сюда, блейзы, сюда! Так, все. Сейчас мы вас побьем. Лисичка, держись позади. Горю. Блин, у меня всего 5 хп. Ой, 5 хп. Да нет! Лопал сердечко. Держи, моя хорошая, кушай. Так прикольно, что меня спасают, а я просто безобидная маленькая лисичка. Все, первый стержень у нас в кармане. Ай, да... Получай, Блейз, так, еще палка. Так, у меня, правда, только одна палка, я их сколько уже поубивала. Ой-ой-ой. Все, еще одна палочка. Ой, еще палочка. Блин, это лисада было больше, чем я, это адекватно вообще. Так, все, у меня 4 палки, сюда, надо ей как-то показать. Сюда. Вот, все, я скидываю. Ой, у нас... Офигеть, у тебя палок, у тебя откуда столько? Так, ну все, сваливаем отсюда. А почему ты вообще без брони пошла в ад? Господи, Лина. Ну, ладно, видимо, это нормально. И мне интересно, ее вообще не смущает, что я настолько крутая лиса? И говорю, и ломаю блоки, и помогаю. Как она еще не догадалась, что... Давай нам идти, лиса, помоги. А, иди вон туда, пошли, пошли. Ты же у нас сверхумная, да? Ты какая... Теперь ты мне ягодки даешь, значит, да? Ну, все понятно. Так, подожди, ты привела нас в какую-то ловушку. А, нам здесь больше Блейзы. Не нужны палочки Блейза. Блин, точно. Ладно, все, возвращаемся тогда в обычный мир. Так, ну что ж, мы вернулись в обычный мир. Я ее сейчас веду. Куда веду? Не знаю, куда веду. Как здесь красиво. Лиса, ты что, еще и крафтить? Ты крафтить умеешь, что ли? Это как вообще? Ты что, меня еще и на лодке поводишь? Ты что, водяное такси с лисой в главной роли? Что? Я не верю, что лисы в Майнкрафте могут быть такими умными. Чего за лиса такая непонятная? Вот кто-нибудь видел в Майнкрафте вообще таких лис, которые сами тебя за ручку водят и все за тебя делают? Это круто. Если бы Майнкрафт был таким, я играла бы в него целыми днями. Господи, я просто под лодкой сижу, как это страшно выглядит. Нам вообще эндерменов бы найти для того, чтобы сделать эндер-глазочки и отправиться в эндермир. Ну тогда я вручу ей подарок. Вот непонятно еще, что за аноним такой ждет меня в конце. Кто вообще запер эту лису в клетке? О, железка! Нам по-любому понадобится железка, потому что у Лины нет брони никакой. Куда у тебя все дома, что ли? Какой железный железный? Все, нападай! Я не знаю, чем бить, только зубами могу своими бить. Ура! Все, мы победили! Голема, 3 железка. Лиса, ты можешь таких больше мобов не агрить на себя? Ты что еще? Может, ты эндер-дракона убьешь в конце концов? Лиза, так ты что головой машешь? Лисы не машут головами в Майнкрафте. Нам нужны эндермены, лиса, эндермены. Ищи эндерменов, не големов. Все, отправляемся тогда на поиски эндерменов, потому что все-таки ее миссия доставить меня в эндермир, и я с этим ей помогу.
Опа, вот и Эндермен. Сюда, Эндермен, сюда. Опа, выпал глаз Эндеру. Это то, что нам с тобой нужно. Еще немножечко нужно их поубивать, и нам с тобой хватит, чтобы попасть в Эндермир, моя хорошая. Не знаю, кто тебя там ждет, но я думаю, что он обрадуется тебя увидев. А потом расстроится, когда узнает, что я тебя не отдам. Вообще, на самом деле, я бы хотел узнать, сколько у нее этих глазок для того, чтобы... Ну, нам нужно все-таки штучек 14 в идеале. И сделаем себе табличку. Где она есть? Лиса, ты видишь эндерменов? Я не вижу эндерменов, и это проблема. Сколько у тебя глазок эндермена? Что? Какие глазок эндермена? Так, ты точно не обычная лиса. Меня явно кто-то разводит. Это неадекватно. Это неадекватно, чтобы в Майнкрафте лиса на табличку писала. Ты что, в школу для лис ходила? Да. Ты скрыт, что ли? Ты меня троллишь, что ли? Нет. А, я даже не знаю, что и думать-то. Ну ладно, лиса, ты говоришь, что ты... Просто обычная лисичка, да? Не человек, да? Ну ладно, слушай, дойдя до Эндермира, я узнаю правду, и тебе не поздоровится, если ты меня обманул. Ты поняла? Ты посмотри на мой меч. Посмотри на мой меч. Да. Держи свои ягодки, пойдем за Эндерменом. У меня 9 класс Эндера, если что. Если у тебя есть еще, то давай мне сюда. Это нездорово, меня явно кто-то пытается надурить. Ну вот непонятно. Да не, никто тебя не пытается надурить. Тебе показалось, тебе... Это точно показалось. Так ты на мою лису давай, тут не это. Опа, глаз Эндера сюда. Так, лиса, сваливаем. Остальные мобы нам не интересны. Да, точно, нам нужны только эндермены. И, кстати, ребята, а вам интересно, какой подарочек я подарю Лине в конце? На самом деле, это самый гениальный подарок. Вам точно понравится. Так, что-то я эндерменов больше на самом деле не вижу. Интересно, видит ли она где-то эндермена? Так, я вижу эндермена. Раз, и вижу эндермена. Два. Блин! А вижу. Ну-ка сюда, наконец-то. Так, а куда он? А, он в воду упал и сдох. Что? Нет, он не сдох. Ох, ай, полсердечка. И еще эндермена надо отфигачить, потому что у меня всего полсердечка. О! Сюда, но глаз не выпал, к сожалению, блин. 2 hours later. Короче, ребят, око эндера у нас в кармане, и мы прямо сейчас плывем и ищем портал. На самом деле мы уже плывем довольно-таки долго, и я думаю, мы уже скоро приплывем и попадем в эндермир. Вот, ну и на самом деле там я линии признаю, что на самом деле я это я, вот. Ну, почему бы, собственно говоря, и нет? И дам подарок. И, по-моему, речка закончилась. Короче, все. Отправляемся тогда к порталу. Он сломался, лиса, он сломался, нет. Блин, у нас теперь 12 штук, главное, чтобы все не доломались, а то это будет очень проблематично. Лиса, ты давай поаккуратнее, я если помру, я второй раз сюда не пойду, мне самой придется добираться, знаешь, самой. Все, мы с ними расправились, теперь нужно это сломать. Во, молодец, ломай, а я пока глазки вставлю. Ты первая. Ну слушай, Дэнда, я тебя довела, но Эндер-дракон, я к нему явно не готова со своей железной броней. Так, ты, наверное, лучше должна знать, нас же тут кто-то ждать должен, верно? Ну, лиса, я здесь никого не вижу, кроме этого страшного дракона. Нам, видимо, в записке меня обманули, здесь реально никого нет, и я зря сюда шла, лиса. Все, уходим отсюда, уходим. А как ты уйдешь? Так, пришло время признать, сделаем вот так вот, ава! Чего? В смысле? Так это все-таки был ты! Так это все-таки был ты! Меня обманул! А ты такой, я милая лиса! Да, так дракон, отвали меня сейчас! Не интересуюсь, сюда иди! Я знала, что тут что-то нечистое! Я знала, что лисы не ходят вот так вот и не катают меня! Господи, Эндермен, отвали! Сейчас не тебя я бить буду! Как ты вообще не поняла? Но это же лисичка, она не может строить блоки и так далее! Блин, да я рассчитывала, что может! Это первая лиса в Майнкрафте, которая бы... Блин, тут собака сутула! Это лиса, ты собака! Ну ты не обижайся, главное, и не бей меня! Где мое вознаграждение? Где мое вознаграждение за то, что я тебя сюда привела? А, вот. Вот твое вознаграждение у тебя в руках. Ну и еще. Вот. Ну ладно, и еще вот это. Ты надо мной издеваешься? Нет. Ты меня обманывал все это время, пока мы играли. Я думала, что у меня тут супер милая день лиса, это был очередной троллинг, да? Очередной троллинг. Ну ничего, я тебя тоже когда-нибудь затроллю. Я тебя тоже затроллю, когда ты не будешь этого ждать. Ты меня понял? Все, я ухожу. Ну ладно, я тебе алмазы дам. Алмазы? Да, но не сейчас, у меня их нету просто. Господи, мне даже как-то жалко Лину стало. Вот. Ну ты меня прости, ты главное не прыгай вниз. Я спрыгну. Нет, не прыгай, нет. Алло, я же пошутила, я хотела дожалость подавить, алмазы побольше выпросить, а ты мне скинуть, ну все ясно, теперь точно спрыгну. Теперь ты знаешь, что не нужно доверять лисичкам. Да, они хитрые, особенно когда лисички, не просто лисички. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Ты еще и видео снимал. Да, как еще? Все увидят, как я эксплуатировала бедную лису, и как ты меня в конце концов затроллил.
Ну, да, да, да. Ну, тогда хотя бы пусть лайк поставят. Да-да-да, вот. И обязательно подписывайтесь на наш канал. В общем, с вами были Линчик и Скрейч. Всем удачи и всем пока! Пока-пока!